Луковица гладиолуса гофрированного принцесс Раффл. Гладиолус принцесс Раффл. Идеальный выбор, чтобы сделать сад цветущим с июля по октябрь. Многолетник достигает 110 см в высоту, имеет крепкие стебли, на которых располагаются линейные листья. Обильное цветение практически полностью покрывает стебель, снизу и доверху, крупными воронковидными цветками в виде гофрированных лепестков, собранных в воронку. Эксклюзивный окрас, верхние лепестки лососевого оттенка, а нижние – желтые, дополнительно придает этому сорту особую торжественность и шарм. Гладиолус любит солнце, регулярный полив и безветренные участки. По окончании сезона цветения клубни выкапывают и убирают на хранение. Гладиолус гофрированный принцесс Раффл – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус гофрированный принцесс Раффл можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гладиолус гофрированный принцесс Раффл в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 10-14 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что гладиолус гофрированный принцесс Раффл – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.